Привет, я сегодня хочу показать свои последние покупки, и здесь есть очень классные заказы, которые по-любому вам понравятся. Обычно у меня в таких видео в основном одежда, но в этом я хочу вам показать еще некоторые косметические штучки. И я заказала себе, я давно хотела попробовать, Fora Luna Mini 2, щеточка для лица. Я собираю для вас все свои любимые, самые любимые средства по уходу за кожей, по уходу за телом, и готовлю видео. И я вам подробнее не расскажу вот в одном из следующих видео, когда подольше потестирую, пока что я ее успела использовать всего пару раз. Конечно же, моя любимая одежда и блузка, которая сейчас на мне. Я вот, кстати, сегодня одела первый день. Блузка Shein, она в такую черно-белую полосочку. Мне она понравилась, она, правда, из синтетики, то есть довольно тоненькая, но, в принципе, это не делает ее как-то сильно хуже. И эта блузка, на самом деле, смотрится очень стильно за счет своего выреза и фасона. У нее такие слегка свободные рукава. Смотрится максимально базово, универсально, и можно сочетать с огромным количеством верхней одежды разной. В общем, эта блузка мне понравилась. Также еще Shein я заказала себе костюмчик. У меня он есть в розовом цвете, я выставляла фотку в Instagram. И я заказала в сером. Он 100% хлопковый. Во-первых, это приятно коже, а во-вторых, если, например, у вас очень жаркое лето, то вот можете заказать себе такой костюм на лето. Еще из того, что мне прям очень понравилось Shein, это обычная кофта черного цвета, она облегающая и она невероятно круто подчеркивает фигуру. А если вы, например, оденете ее с чем-то, что будет делать также акцент на талии. Эта кофта просто потрясающего качества, у меня она в размере M. Я не помню, сколько конкретно она стоила, но вот эту кофточку я вам точно могу посоветовать, и черные вещи, наверное, носят все, поэтому я думаю, она подойдет практически всем. Последний вещь Shein, это белая кофточка, которая мне напоминает вещи Zara Kids для девочек, и у нее здесь такие оборочки, вот оборочка на шее и на рукавах, ну, на плечах. Она тоже хлопковая, тоже приятная, хорошего качества. Она слегка полупрозрачная, то есть вот здесь видно вешалку, но это не делает ее какой-то откровенной, она все равно деликатно и женственно смотрится. Я хочу составить с ней много разных образов, я прям от нее в восторге. Хотела Рита заказать себе косметосы на $300 и заказала. Мне пришла огромная посылка. Я с американской Sephora захотела заказать вообще не только Sephora, не только косметику заказала, сейчас вам все покажу. Захотела заказать те марки, которых нет в России. Вообще многие сайты американские, они не доставляют даже в Россию, они не принимают российские кредитки. Я нашла выход из этой тяжелой ситуации, я заказала это все с помощью сервиса почты.com, и я заказала у них полное сопровождение, то есть я просто добавила ссылки на товары, ну, наименование, все подробности о товарах, и они мне сами заказали, сами собрали этот заказ, доставили мне его, и вот это потрясающе, во-первых, удобно, а во-вторых, я получила то, что я хотела. Вы не представляете, я когда оформила, ну, вот эту посылку, когда она мне шла, я просто сидела и я заплакала. Я не знаю, что со мной, но я настолько реально обрадовалась косметике. В общем, что я заказала? Вообще, почта.com — это сервис, с помощью которого вы можете заказать из очень многих американских сайтов, и это все получится все равно гораздо выгоднее за счет того, что, во-первых, на этих сайтах часто есть скидки, и сама доставка не будет стоить особо дорого, чем вы купите это где-то здесь, в России, и то не факт, что это будет оригинальное. В общем, я на самом деле всегда за то, чтобы заказывать с официальных сайтов. Знаете еще, что меня безумно обрадовало во всей этой посылке, когда я ее открыла? Это килограмм сладостей. Я их еще не открывала. Мне кажется, у меня очень сильно и резко повысится сахар в крови, когда я все это съем, а я все это съем. У них при заказе на почта.com можно добавить, то есть вы там добавляете, там два вида по граммовке, по размеру сладости, и я решила попробовать, и я потом забыла, что я вообще их заказала, когда они мне пришли. У меня потекли слюнки, но вот я их пока что еще не открывала до этого. Так, из косметики я давно хотела попробовать Anastasia Beverly Hills, я обязательно сниму еще макияж
со всей этой косметикой, где я вам все поподробнее расскажу, покажу. Мне захотелось вот палетку от Anastasia Beverly Hills. Это палетка Soft Glam. Я давно была наслышана об этой марке, и у меня просто чесались руки, как я хотела ее попробовать. Это палетка с самыми, наверное, базовыми цветами, самыми базовыми оттенками. Все, как я люблю, все, как я обожаю. Максимально универсальная палетка. Эти тени потрясающе тушуются. Невероятно красиво смотрятся на глазах. И я в восторге от этой палетки. Также заказала от Kevin Ucon скульптурирующую пудру контуринг. Этот скульптор у меня в оттенке медиум, и для такого оттенка кожи, как у меня, он отлично подходит. От Hourglass заказала два продукта. Это пудра у меня в большой версии, обычная пудра, сияющая. Она фиксирует макияж и немножко придает лицу сияние. Я влюбилась, во-первых, в их упаковке, а во-вторых, в само качество продукта. И второй — это миниатюрка. Это миниатюрка бронзера. Это, кстати, мне очень понравилось, что на Sephora можно заказывать миниатюрки продуктов и не платить полную стоимость за продукт, потому что, как правило, все равно вы не расходуете этот продукт полностью. И вот такая миниатюрка бронзера, я его использую, мне нравится. И нравится эффект, который получается на лице с этим бронзером. Также мне еще в подарок положили пробники от Dior тонального крема. Две кисточки заказала. Одна кисточка от Sephora. И вторая кисточка тоже от Sephora. А, я не показала, я заказала еще помадку для бровей от Anastasia Beverly Hills. Хотела попробовать ее, наверное, уже полтора года, и все, я не знала, где ее купить. Вот как раз к этой помадке я заказывала кисточку. Эта кисточка с одной стороны вот для прорисовки бровей, с другой стороны здесь щеточка для бровей. И вот вторую кисточку я еще не пробовала, она для прорисовки стрелок. Последний из косметических вещей — это Beauty Blender. Я ни разу до этого не использовала именно Beauty Blender. У меня были спонжи от Real Techniques, и вот это оригинальный обычный beauty blender. Как видите, это реально вот те продукты, которые мне хотелось попробовать, и я не могла просто их купить в России. Нет, наверное, бы могла, но это стоило бы гораздо дороже, и через каких-то посредников, перекупщиков я такое реально не люблю, и мне лучше быть спокойно, заказав с того места, где они именно изначально продаются. Еще я заказала тоже с американского сайта Nestegal. Это рубашка, леопардовая рубашка. Я не особо любила леопардовые вещи, и я увидела на сайте эту леопардовую рубашку, и я представила просто, как классно она будет смотреться с обычными черными штанами. И вот. И я не прогадала в своем выборе, она потрясающе выглядит, она выглядит очень женственно. И я, правда, влюбилась в эту рубашку, мне кажется, я буду ее сейчас носить всю весну и все лето. Мне хотелось обновить свою черную сумку, и я ее обновила, заказала с Aldo, я, правда, не знаю, как правильно произносится этот бренд. Я заказала с их сайта сумку, и эта сумка просто идеальная, она идеального размера, это именно то, что я хотела. Она сделана здесь как под такую крокодиловую кожу, и внутри она нереально вместительная. У меня здесь моя тетрадка с учебы, я с ней хожу, в принципе, практически каждый день. Кстати, сюда помещается зонтик, одно такое большое отделение и много маленьких кармашков. Я реально вам хочу посоветовать этот сервис по доставке, почта.com, и не забывайте регистрироваться на их сайте, вам там будут напоминать о распродажах, и вы сможете купить вещи вообще за очень небольшие деньги, и при этом с американских сайтов. И переходим к заказу с гипюра. Я заказала себе пижамку. Пижамка максимально просто вот комфортная одежда для дома. Она состоит из таких штанишек и вот такая вот обычная кофточка. У нее здесь такой же узор на рукавах и на кармашке на груди. Так как весна в Петербурге очень холодная, я заказала себе свитер, лиловый свитер. Я не любитель фиолетовых вещей и вообще фиолетового цвета в гардеробе у меня практически нет. Но вот этот свитер мне понравился своим оттенком и понравился своим фасоном. У него, я не знаю какой состав, но он теплый, он реально греет. Так как я люблю вам советовать сервисы по покупкам в интернете, я сейчас использую кэшбэк-сервис Marty Sale, и в этом кэшбэк-сервисе больше 1000 магазинов, и там, наверное, есть все магазины, которые вы только можете использовать, в которых вы только можете делать покупки. И у Smarty Sale там минимальная оплата для вывода средств, и вы можете вывести там, в принципе, практически куда угодно, на банковский счет, переводом. И еще классно, что в Smarty Sale есть реферальная ссылка, которая вам дается при регистрации, то есть вы эту ссылку можете давать своим друзьям, они тоже будут по ней регистрироваться, и вы будете получать еще процент с их кэшбэка. Это не будет в минус им, это будет просто
подкреплюсь к вашему кэшбэку. Мне кажется, это реально такой приятный бонус, что вы тратите деньги, а при этом часть из этих денег вам возвращается обратно. Я оставлю ссылку на Smarty Sale в описании. Розовая кофточка — это что-то между кофтой и свитшотом. Нравится ее носить с обычными черными джинсами. Она довольно базовая, универсальная, и при этом у нее такой приятный оттенок. И последнее — это блузка. Я влюбилась в эту блузку, и эта блузка, которая идет как шелковая, и она просто прекрасно смотрится с любыми штанами на завышенной талии. Надеюсь, вам понравилось это видео, я вас очень сильно люблю, скоро с вами увидимся, и всем пока!